привет! Вы на канале Елена Фурц. Сегодня 24 августа, пятница. Я вот притащила свой ноутбук на кухню. Сейчас буду жарить котлеты. Тут пил чай мой муж. Он пришел сегодня с ночи, но пришел недавно. Время уже начало второго. Он возил на гараж, заказывал листы на крышу, крыть крышу. И возил железо там с одним знакомым на прицепе. Перевозил, покупал. Пока все это перевезли, выгрузили, одним словом, пришел уставший, покушал, лег спать. Я сейчас приготовлю еду и к 5 часам поеду к Дуняхе на утренник, или как сказать, на концерт. Это уже называется концерт, потому что она уже не в садике, она в летнем лагере. Вот это у меня фарш уже рыбный, рыбий фарш, который я сама делаю. У меня в морозилке был, я его размораживаю. И займусь едой пока есть время. Замерзла, сейчас хоть немножко разогрею кухню, да погреюсь. А на улице плюс 14, ну, это так, нормально, более-менее даже солнышко светит. А я потихоньку собираюсь к Дуняхе на концерт. И походу со мной едет мой муж. Пожуля, что с тобой такое? Ты что такой испуганный? Муж сказал, что ему скучно одному дома, я говорю, так поехали со мной. Он сказал, поехали. Я удивилась. И мы едем вместе с ним. А что, пусть посмотрит. Детки здорово выступают. Я-то хожу на все в садике, ходила в Дуньке на выпускной, на Новый год. Ну, где там что меня приглашает, она, я везде хожу. Вот, а Коля у меня тут работает. Ну, короче, пролетал он с этим делом. Так что свожу на концерты мужа своего. Да что ты говоришь, и тебя взять? Я тебе сейчас побурчу. Бурчело мастрояние. Ой, ой, тронули тебя, тронули, затронули. Лохматуха ты моя. Боевая, боевой швен. Да, конечно, да, конечно. Так, у меня телефон звонит. Это звонила Дуняха своего лагеря. Сказала, я буду не просто девочкой, я буду рокером, что ли, она сказала. И одним словом, она ждет, переживает, наверное. Она так всегда волнуется перед своими выступлениями. Двигать, а это чей ножик? Димин. Забыл. Что-то вот свистит, когда заводит, как ремень, как прокручивает. Это заморозок ночью. Не знаю. Поехали, зеленый, успеваем. Заморозок. До заморозков еще рановато. Что такое? Ты уже там соскучилась вся, что ли? Мы едем, мы с Колей едем вдвоем. Да, вот тебе сюрприз. Давай, жди, скоро будем. Озеро. Ты не была со мной. Направо там лодку накачали с женой. Ну там озеро километров 4 или 5. И в конец туда. Туда же далеко идти. Набрали. Ну, на лодке приплыли, конечно, там мало кто ходит, там на грибов куча. Ну, набрали, он сказал. Ну, молодцы. Мы прибыли, вот это здание. Сейчас пойдем искать, где вход. Вот, наверное, вход. Вот мы пришли, Амаскул. Ой, там с той стороны табличка. Муж пошел подогнать поближе машину, вот не может, тут 2 метра поставил чуть подальше. Нет, пойду перегоню. Ну, пошел и пошел. А я пока его жду, глазею. Тут такой лесочек прикольный. Даже здесь много чего растет. Если бы я тут была, я бы тут уже додергала себе цветочков. Так, я же маску открываю. Надо еще всех дождаться. Красиво у вас здесь, кстати. Такой скверик классный. Я здесь с тобой погуляю. Так, ты к нам поедешь? Сегодня к нам поедешь? Нет? Она завтра хотела к нам поедешь. А, ну завтра. Потому что, ну, я с вами с двумя не смогу спать. Вы меня задавите, а она меня давит. Ты меня давишь, это будет. Так мы ее на лоджии там положим. Что ты какая-то лохматая. Нет, это мой рокер. Это твой рокер? Там мест много сидеть есть где, да? Там да. Мест, не надо занимать место. Можно. Или пойдем занимать. Пошли. It's got my heart.
Дуня, когда мы договорились, ты ко мне приедешь в понедельник с ночевкой, потому что завтра не получается. Завтра я уже слышала. Поняла. Потом у тебя кто-то там приезжает. Вон машина. Так, подождите, не попрощалась, надо грибы вам ой, отдать. Ой, куртка. Пошла, да? Так, мама, телефон. Давай, я в машину пока. Грибы. Это тебе подарок. Света, выходи. Все, целуем. Слушай, а сшей мне мастера йоду. Я не умею. Сшей, свежи. Ну, свежи. Зеленого. Мастер йоду со Звездных войн. Я поищу бесконечно. Справишься. Ладно? Все, Леночка, пока. 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 Аняшка. Чао. А икру отдали? Отдали, это отдали. Икра? Это не икра, это грибы. Засоленные? Просто можно открывать и есть. Класс, она сама по себе мелкая. Миш, эти-то школьники уже. Но все равно она даже в садике была сама мелкая. Да? Да. Она еще росточками такая. Малюсенькая. Клопушка. Приехали к Наташе, надо забрать тумбочку у нее. Взгляд опять испуганный, говорю. Здравствуйте, что ты говоришь? Я говорю, взгляд опять будет испуганный, потому что без домофона. А, да, так. Ну а кто кроме вас? Я никого не жду. Классно, новенькая тумбочка ну, такая. Ну, смотрите. Все, да, на ремонт сделала. Хотите ухи по-норвежски? Ты хочешь ухи? Да я только покушал, чего я не хочу. Не хочет, спасибо. А ты? Да ладно. Ты же первая любишь. Я люблю, но вот
Ладно. Свежайшая, тепленькая. Хочешь? Не, ну не хочется, честно. Лен, я только и не отказываюсь. По всем правилам, соблюдая рецептуру. Честно, сухого не хочу. Ну давай я поем, а ты подождешь. Я кофейку выпью, ладно. Точно. Вот. Я-то от первого точно даже не откажусь никогда. С левой стороны выключатель. Все. Коля, значит, Оля будет кофе, я буду кофе черный? Купа норвежский. Кофе он обычно у меня растворимый пьет. У меня нет растворимого. А заварной его. А заварной еще лучше. Наташа, так такой кофе. Разница, знаешь, да? Какой вкусно она варит кофе. Лен, сколько тебе регулируют? Ну, тарелочку обычно ложи. Вот еще ложечкой хватит. Я первый раз так делаю. Ну, молодцы они, конечно, там. Что там сделали? Ну, концерт показали. Концерт там все, ой, что только не я снимала, конечно, все. А где это было все? Это у Олег Кашевого 5. Отзыв. Я так и представлял, что где-то вот здесь, да, туда, да, нигде, да, деревья. Лен, да, ты смотрела, знаю, в новостях? Знаю. Там вот ждут, когда память. Я не в новостях смотрела. Я смотрела тут прямо. И там проходила, смотрела. Ага.